Хоть мой папа, скажем прямо, ростом вовсе небольшой, говорит все время мама, я за каменной стеной. Всем он доме заправляет, все в руках его горит, даже сказки нам читает, на работе следствие вершит. Папа умный, папа смелый, на работе папа клад. Он заведует отделом, очень важным говорят. Врач, ученый и рабочий, папы разные нужны. Папы – это важно очень для семьи и для страны. Но мой папа лучший самый, повезло мне с ним и с мамой. С праздником, дорогие мужчины!